Gregor, c'è Andrea, Radica, Davo. Gregor, c'è Andrea, Radica, Davo. Krishna, Krishna, Vattaya, Tadavattaya, Namo, Namo. Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri Advaita, Gadadha, Shiva, Sadhu, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Прежде всего я предлагаю поклоны нашему Гурудеву, о Вишнупад, Шри Шримад, Шриле Бхактивиданте Нарайне Госвами Махараджу, а также нашей Рупанугу Гуру Парампаре, всем вайшнавам, в особенности Шри Бхактивиноде Такуру. Итак, вчера был день явления Бхактивиноды Такура. Мы его прославляли, потому что это очень сложная философия, данная Махапрабху и Госвами. Он объяснил ее очень простыми словами в таких книгах, как эта Джайва Дарма. Итак, сейчас мы на 31 главе, более глубокое обсуждение Мадхурья расы. Итак, Мадхурья раса Найка. Мы слышали о том, как Виджая, он хотел более глубоко погрузиться в Мадхурья расу, поэтому он обратился к своему шикшигуру без Враджанатха, потому что Враджанатх был в Сакхи-расе. И однажды вечером, около 10 вечера, он читал Уджвала Ниламани. Это книга Рупы Госвами, которая касается непосредственно и только Мадхурья расы. Он слышал, что каждый раз, когда Чайтанья Махапрабху отправлялся в Сундарачал, он получал даршан Вриндавана. Поэтому он отправился туда. Он шел по направлению к Сундарачалу. И на пути он увидел Спурути Враджа Дама. Спурути — это означает проявление. Как правило, Спурути проявляется в сердце. Но он что-то увидел. В сердце Враджанат всегда размышлял о темах из Уджвала Ниламани. И он думал о Мадхурья расе. Он думал, только лилы и Кришны с гопи привлекали теперь его сердце. Все остальные темы казались ему безвкусными и неинтересными. И он увидел небольшой лес на каждой стороне. И в этот момент перед его глазами предстала Спурти Вриндавана. Виджай преисполнился премы. «О, я так удачлив! Я получил даршан в Раджа-бхуми, который очень трудно обрести. Даже для полубогов, таких как Господь Брахма, она остается недоступна. Как же прекрасны эти леса! Посмотрите на эту кунджу. Что я вижу в этой кунже? В кунже из цветов Малати я вижу господина своей жизни, Шри Кришну, который сидит в обществе гопи, смеется и шутит. Виджай потерял всякое терпение, и он побежал туда со скоростью ума, однако он упал без сознания. Мягкий ветерок начал служить ему. И когда он вернулся, это видение, которое предстало перед его взором, он видел своими собственными глазами. Обычно Спурти проявляется в сердце, но он увидел своими глазами. Но теперь он этого не видел, и он преисполнился жажды. Он вернулся домой, и он стал думать, «Я расскажу Гурудеву». Но утром он вспомнил о том, что если кто-либо видит что-то очень сокровенное, никому не следует об этом рассказывать. В любом случае, Гурудев всегда Пуруша, и он видит все. Итак, на следующее утро и на следующий день он вновь отправился туда. Он предложил сатсанг
Дандавата своему Гурудеву, и вновь он стал задавать ему эти вопросы. Шаштанга Дандавата. Он сказал: «Я прочитал некоторые сокровенные вещи из Уджвала Ниламани, и там есть некоторые вещи, которые я не вполне способен понять. Могу ли я задать вам вопросы?» Гопал Гуру Госвами сказал: «Я буду очень счастлив услышать эти вопросы от тебя». Виджай сказал: «Из Мукья Рас, Мадурья Раса, называется той расой, которая королева среди всех. Почему же нет? Все остальные расы, Шанта, Сакья, Дасья и Ватсалья, вечно присутствуют в Мадхурья расе. Поэтому, что бы удивительного не присутствовало в других расах, это есть и в Мадурья расе. Но, с другой стороны, то, что есть в Мадурья расе, может не присутствовать в других расах». Махапрабху дает такой пример. Если вы возьмете тростниковый сок, сок из сахарного тростника, вы его прокипятите, сгустите, он превратится в гур. Если его обрабатывать далее, он превратится в сахар. Все качества предыдущего продукта присутствуют в следующей его ипостаси. Поэтому Мадхурья раса, безусловно, превосходит все другие расы. Вот почему ее называют Адираса, или изначальная раса, источник всех других рас. Но те, кто погружены в сухое отречение, в имперсонализм, они не могут понять эту расу. Те, кто погружены в материальные темы, не могут понять эту расу, потому что это в точности, ее природа в точности противоположна мирским взаимоотношениям мужчины и женщины. Так почему же эта Пракрита раса, эта трансцендентная Мадурья раса, почему она кажется такой похожей на мирскую расу между мужчиной и женщиной в этом мире? И Госвами сказал: «Тебе следует знать, что все разнообразие, видимое в этом мире, является ничем иным, как отражением того, что присутствует в духовном мире. Все, что ты видишь в отражении, кажется таким же, но в то же самое время оно перевернуто. В отражении все члены тела кажутся перевернутой копией оригинала. Поэтому все, что есть в духовном мире, есть также и здесь, но оно искажено, перевернуто. Поэтому трансцендентная раса, которая является самой природой Парамавасту Шри Кришны. Ведь Шри Кришна также является воплощением всего вкуса, всех настроений, всех рас во всем творении. Поэтому все, что присутствует в Кришне, в духовном мире, все это отражается здесь, в материальном мире. Итак, у Кришны есть своя собственная потрясающая внутренняя раса, но когда она отражается на этом плане в материальном мире, то обусловленные души, они представляют себе, что у этих лил есть какой-то материальный характер. У нас единственный опыт — это опыт того, что мы переживали в этом мире, поэтому мы сами налагаем эти материальные качества, испытанные нами в этом мире, на лилы между Радхой и Кришной. Из-за этого порока нашего разума, души, этого мира, даже когда они слушают лилы Кришны, они не могут должным образом воспринять их. У них всегда какое-то противоположное заключение возникает в голове. Некоторые люди считают, поскольку в этом мире так много разнообразия, то в духовном мире не должно быть этого разнообразия. Поэтому они приходят к выводу, что Господь безличен. Поэтому люди с материальным разумом и имперсоналисты, для них все это является препятствием, которое не позволяет людям этого мира понять лилы Радхи и Кришны. Вот почему разнообразие этого мира
здесь воспринимается противоположно. В этом мире люди считают Шантарасу, которую проявил Будда, который был абсолютно отрешен от всего разнообразия этого мира. Люди считают вот эту расу наивысшей в этом мире. Вот почему люди в этом мире считают освобождение целью жизни, но эта Шантараса, которая считается в этом мире наивысшим обретением, по сути, является наинизшим, самым низшим положением в духовном мире, а наивысшее в духовном мире — Мадхурья раса, взаимоотношения Кришны и Гопи. Это в этом мире имеет свое искаженное отражение, сексуальную жизнь между мужчиной и женщиной, которая является самым низшим из всего. Итак, в материальном мире все перевернуто с ног на голову. Наивысшее Мадхурья раса в духовном мире здесь воспринимается как самая низшая любовь, плотская любовь. То есть все эти действия Мадхурья расы в мирском, в материальном мире полны стыда и грязи. Вот почему люди считают, что Мадхурья раса по своей природе отвратительна. Но на самом деле в духовном мире она абсолютно чиста, она не запятнана, и она полна невероятной сладости, в то время как в этом мире она полна страданий и совершенно нечиста. Поэтому изначальная форма сексуальной жизни между мужчиной и женщиной присутствует там, в духовном мире, а то, что мы переживаем в этом мире, является лишь тенью, поскольку в духовном мире это наивысшее счастье, а ведь в материальном мире это причина наивысшего страдания и самых суровых оков. В материальном мире поведение, взаимоотношения между мужчиной и женщиной полны стыда, но в духовном мире это абсолютно чистая вещь. В духовном мире единственный вишая — это Кришна, единственный наслаждающийся — это Кришна, а гопи — его энергии. Поэтому ничего деградировавшего или мирского не может быть в духовном мире. В материальном же мире одна душа становится наслаждающимся, она думает, что она мужчина, а другая душа становится объектом наслаждения и становится женщиной. И они пытаются общаться друг с другом на основе этой материальной платформы. И в результате их поведения преисполняется чувство стыда, потому что оно абсолютно противоречит реальности. Гурудев говорит, что по сути все женщины, все души по своей природе женщины, потому что все они объекты наслаждения Кришны. Когда мы видим две души в браке, одна из них считает себя мужчиной, а другая женой, все это подобно цирку и шутке. С точки зрения реальности и таттвы, одна душа никогда не может стать либо мужем, либо женой другой души. Кришна — единственный наслаждающийся, а все души являются объектами его наслаждения. Ситуация, при которой одна душа считает себя наслаждающимся, противоречит вечной природе души. Вот почему мирские взаимоотношения между мужчиной и женщиной в этом мире являются источником стыда и порока. В определенных случаях взаимоотношения между мужчиной и женщиной в этом мире кажутся одинаковыми взаимоотношениями Кришны с Гопи в духовном мире, но эта схожесть является причиной нашего порочного разума, порочного ума мирского. Да, Гурудев сказал, он, я понял, я пришел теперь к этому твердому заключению. Теперь все мои сомнения рассеялись, и я твердо уверен, я понял положение Мадхурья расы в духовном мире. Само слово Мадхурья означает сладостный. Трансцендентная природа этой сладости рождает в сердце высшее блаженство. Кто же тот неудачник, кто найдет удовлетворение в Шантарасе, если есть такая раса, как Мадхурья раса? Потому что Шантараса — это свобода от материальных оков, от материального страдания, от материальных привязанностей, но это самое низшее обретение, потому что свобода от страданий еще не является истинным, настоящим счастьем. Именно Мадхурья раса дает совершенное наивысшее счастье, но в этом мире искажение Мадхурья расы является причиной наивысшей иллюзии и наибольшего страдания. О, Гурудев, я понял принципы Мадхурья расы. Гопал Гуру Госвами.
говорит: «О мой сын, о Баба, Кришна является единственным наслаждающимся Мадхурья-расой. Кришна — это объект. Он — Вишая-Аламбана, а Гопи является Ашрая, то есть прибежищем расы. Поэтому Кришна — это объект, а Кришна, а Гопи — это субъект. И они оба — это Аламбана Мадхурья-расы. Ни одна другая раса не способна войти в Мадхурья-расу. Поэтому как же Кришна может быть Вишая-Аламбаной Мадхурья-расы? Как он... как выглядит Кришна, который является Вишая-Аламбаной? Цвет его тела подобен темному грозовому облаку. Он очарователен, сладостен. У него все привлекающее тело. Он очень сильный, он юный, он очень искусный оратор, он разумен, он сияющий, он очень умный, он благодарный, искренний и покоряется любви своих возлюбленных, совершенный мужчина. Все женщины в этом мире ищут совершенного мужа, но этого не может быть, потому что все мужья этого мира, их тела созданы из испражнений и мочи, поэтому в них есть и вожделение, и жадность, и эгоизм. Если мы пытаемся сделать объектом своей любви кого-либо, кроме Кришны, мы наверняка будем страдать, это неизбежно. Итак, этот Кришна, Вишая-Аламбана Мадхурья-расы, он крадет сердца всех женщин, он вечно свеж и юн, он наслаждается своими непревзойденными лилами. Он невероятно красив. Он самый дорогой возлюбленный, и он играет на своей флейте. Кришна — это единственный, кто обладает 64 качествами. Красота его лотосных стоп превосходит все на свете. Его взгляды искоса очаровывают сердца всех. Он сокровищница игривых лил. Те, кто в Ватсали-расе, у них одна медитация на Кришну, а те, кто в Сакья-расе, у них другая медитация на Кришну. И те же, кто в Мадхурья-расе, у них третья медитация на Кришну. Кришна един. Их ни 5, ни 10. Кришна один. Но этот один Кришна отвечает настроениям различных преданных. Вот почему Кришну называют Акила-расамрита-мурти. Он совершенный объект всех рас. Виджай говорит: «Я осознал, что у Кришны есть трансцендентная форма и качество, и он единственный наяка, единственный герой мужчина. Он единственный наяка этой высшей степени чудесной Мадхурья-расы». Каждый момент я переживаю новые и новые реализации Кришны, спуртия Кришны, днем и ночью. И хотя я оставляю Кришну, Кришна не оставляет меня даже на мгновение. Как же он милостив. Далее он цитирует Рупу Госвами, Бхакти Расамрита Синду. Рупа Госвами говорит: «Только чистый преданный, который принимает лотосные стопы Кришны как свое единственное сокровище, способен пережить эту бхакти-расу, бхагават-расу. Невозможно пережить эту расу, если в сердце нет бхакти, если сердце полно мирских желаний. Либо, если этот человек привязан к мирской логике, он не способен вступить в царство этой бхакти-расы и вкусить ее. О, Прабху, я осознал, что эта раса в высшей степени чиста. Это чудесная бхава, которая входит в сердце, когда оно озарено шуда-сатвой. Шуда-сатва — это... Как же легко объяснить... Шуда-сатва — это то, из чего сделано все в духовном мире. Но мы позже послушаем объяснение этого. Итак, эта бхава совершенно трансцендентна. И когда сердце освещается этой бхавой, мы уже слышали в прошлой главе, когда сердце свободно от всех мирских концепций, когда оно пропитано шуда-сатвой, лишь тогда человек становится достойным вкушать эту расу. Эта раса
проявляется в чистой сатве дживы, которая является атомарной частичкой сознания. Эта раса, ее переживают на уровне бхакти-самадхи. Тот, кто обрел милость Гурудева, может осознать разницу между шуда-сатвой и мишра-сатвой, то есть смешанным существованием. Лишь тот, кто получил милость Гуру, может способен понять разницу между материей и духом. Проблема, когда мы пытаемся смешать материальное понимание с духовным, тогда все эти проблемы приходят. Если у человека есть истинная милость Гуру, он всегда понимает разницу между тем, что трансцендентно, и тем, что материально. Очень многие люди говорят на возвышенные темы, но их сердца полны вожделением, страстью, невежеством. И люди думают, что все это и есть бхакти-раса. Но тот, у кого есть милость Гуру, с легкостью понимает разницу между чистым саду и нечистым. Итак, Гопал Гуру Госвами говорит, то, что вы говорите, то, что ты говоришь, это правда. Теперь Гопал Гуру Госвами говорит, я задам тебе вопрос. Просто ответив на мой вопрос, ты поймешь себя. Скажи мне, в чем разница между сушуда-сатвой и мишра-сатвой? В чем разница между духовным и недуховным? Виджая Кумар предложил поклон своему Гурудеву и сказал, «Гурудев, по твоей милости, я попытаюсь объяснить, и, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибусь. Все, что существует, является сатвой». Сатой, сата. То, что существует, называется сата, и любая субстанция, которая имеет естественное положение, качество и форму, все это сата. По сути, все, что существует вокруг, это сата. Шуда-сатва — это то существование, у которого нет ни начала, ни конца. Вот почему у бхакти нет ни начала, ни конца. Это не те ситха Кришна према. Многие думают, я пойду к Гурудеву, я пойду к саду, и благодаря этому я получу бхакти, я получу свою сварупу, я получу свое настроение. Но это неправильно, потому что у бхакти нет ни начала, ни конца. Бхакти — это не те ситха, оно всегда присутствует, но оно проявляется по милости гуру и вайшнавов благодаря энергии бхакти-деви. Поэтому шуда-сатва — это то, у чего нет ни начала, ни конца. Она вечна. И ее форма вечно новая. Она не оскверняется такими вещами, как прошлое, настоящее и будущее. Она всегда остается изумительной и потрясающей. Она покрывает все аспекты существования. Простыми словами, все в духовном мире проявляется из чит-шакти. И все это называется шуда-сатва. Джива также проявляется из чит-шакти. Это частичка этой чит-шакти. Вот почему в чистом своем виде ее тоже можно так называть. И впоследствии об этом здесь будет говориться. Итак, шуда-сатва — это все, что образовалось из чит-шакти, из чистой духовной энергии. У нее нет начала и конца, она вечно свежая, на нее не влияют эти две ипостаси — прошлое и будущее. В этом мире, если мы что-то получаем, например, манго, или мороженое, или женщину, или ребенка, или деньги. Все в этом мире сначала кажется нектаром, но по мере со временем оно теряет вкус. Любая раса этого мира, любая сатва этого мира, на нее влияет прошлое и будущее. Через какое-то время все это теряет вкус, и мы оставляем это и продолжаем поиск счастья. Но вишуда-сатва, она не такова. В майе, которая является лишь тенью чит-шакти, есть трансформация прошлого и будущего. Мы переживаем что-то, все, что мы переживаем, подвержено фактору времени. Все аспекты существования подвергаются влиянию раджа-гуны, потому что у них есть начало, и тама-гуны, потому что они разрушаются. У всего есть начало и конец. Поэтому все, что есть в этом мире, называется мишра-сатвой. Мишра-сатва касается аспекта
у которых есть начало и конец. Итак, все в духовном мире, простыми словами, это шуда-сатва. И все, что мы переживаем в материальном мире, это мишра-сатва. Так что же такое душа? Является душа шуда-сатвой или мишра-сатвой? Чистая душа шуда-сатва. У нее есть форма, качество и деяния, которые также состоят из шуда-сатвы. Имя, форма, качество и деяния освобожденной души — это также шуда-сатва. Однако, поскольку чистая джива стала обусловлена и упала в это материальное существование, две качества иллюзии, раджа-гуна и тама-гуна, смешались с чистой сатвой. Обусловленная душа, поэтому это называется мишра-сатва, сатва, то есть смешанное существование и смешанная благость. Итак, Гурудев, он более подробно объяснял, он проводил это различие между шуда-сатвой. Все в духовном мире, в особенности настроение вечных спутников, это ви-шуда-сатва. А дживы в этом мире — это шуда-сатва. Когда бхакти, расположенная в сердце вишуда-сатвы, нити-сит, прикасается к сердцу, шуда-дживы, шуда-сатвы, душ в этом мире, это называется бхава. Гуру Махарадж немножко поправлял нас. Он говорил, что вишуда-сатва — это нити-ситхи, а в этом мире даже чистая джива — это шуда-сатва. А бхава — это когда настроение вишудха, сатвы, прикасается просто к шуда-сатве. Когда шуда-сатва принимает прибежище у вишуда-сатвы, она может вкусить бхаву и прему и все эти вещи. Вот почему без милости вайшнавов все души этого мира могут вкусить не более чем просто освобождение. Итак, Гопал Гуру Госвами говорит: «О, баба, ты представил мне очень тонкую сиданту, а теперь расскажи, как же сердце дживы этого мира освещается шуда-сатвой или вишуда-сатвой?» Вишуда-сатва, нет, шуда-сатва, чистое существование дживы, не проявляется в полной мере до тех пор, пока она обусловлена в этом материальном мире. Оно покрыто. Джива осознает свою сварупу до того уровня, до которого поднимается в ней шуда-сатва. Но это невозможно достичь при помощи кармы или гьяни. Это достигается только при помощи бхакти. Потому что никакая скверна не может быть очищена тем, что осквернено. Если карма мирская осквернена, как она может удалить скверну кармы? Если мирское знание, гьяна, также считается нечистым, как она может убрать заблуждение души? Из чего сделано это тело? Из испражнений мочи. Поэтому как все это пранаяма или асаны, как все это связано с материальным телом, может дать нам чистоту? Если оно все нечисто, то в конце концов нет никакой пользы, если вы хотите очиститься. Вы не можете очиститься, принимая омовение в грязной воде. Таким же образом, обусловленная душа никогда не может очиститься при помощи садханы, оскверненной материи. Речь идет о карме, гьяне и йоге. Что уж говорить о чем-либо еще. Что касается гьяны, гьяна не способна дать истинное счастье. Когда мы смываем скверну материальную и очищаемся от результатов материального осквернения при помощи гьяны, вот это счастье, которое мы испытываем от свободы, от страдания, это все, что нам может дать гьяна, не более этого. Вишуда-сатва может появиться только через бхакти. Какой бхакти? Бхакти под руководством вайшнавов. Не думайте, я буду просто читать книги «Хари Кришна, Хари Кришна». Никакой милости вайшнавов, никакой вайшнава сева, ни харикатхи, ничего. И вы думаете, что вы прикоснетесь к этим вещам? Это материалистичное заблуждение. Простыми словами, шуда-сатва присутствует в сердце гуру и вайшнавов. Если мы хотим этого достичь, мы должны совершать бхакти-садхану под их руководством и в общении с ними.
Когда Бхакти появляется, совершая бхакти-йогу под руководством вайшнавов, Шуда-саттва освещает наше сердце. Госвами говорят, это удовольствие давать наставление такому квалифицированному ученику, как ты. Очень трудно найти подлинного ученика. Гуру Махарадж говорил, найти подлинного гуру не так-то трудно, но найти подлинного ученика — это очень трудно. Виджай. Гопал Гуру Госвами спросил, есть ли что-то еще, что ты хотел бы узнать? Да, Гурудев? Вы уже упомянули четыре вида наяк, то есть мужчин и... Вы уже описали четыре вида наяк, то есть мужских героев. Дирадат, Дирашант и Дхиралалит. Вы уже описали четыре вида героев. Какой же из них Кришна? Кришна является всеми четырьмя. Но как же Кришна может стать всеми четырьмя? Потому что эти четыре вида мужчин, у них разные характеристики. Например, Дхирашанта, он благороден, умиротворен, выражает всем почтение. Но Дхиралалита всегда смеется, гоняется за девушками. И это противоречивые качества. Противоречивые бавы, которые видны в этих четырех разновидностях героев, все они гармонично сосуществуют в Кришне, потому что Кришна обладает непостижимыми энергиями. Только у Кришны есть способность делать все эти вещи. Поэтому Кришна, у него есть качество всех четырех героев. И это все Кришна. Но есть еще одна потрясающая особенность Кришны. У Кришны есть Мадурья раса, в которой Кришна является объектом. Мадурья раса, в которой Кришна является объектом, есть два аспекта у нее. Кришну можно видеть как мужа или как любовника. Как, на санскрите это будет пати и упапати. Кришна, по сути, является вечным мужем всех душ. И его можно называть только пати. Как же можно к нему относиться как к упапати? С точки зрения таттвы или философии, Кришна является мужем, господином и наслаждающимся всем и каждым в этом мире. Поэтому упапати — это когда девушка принадлежит кому-то еще. Как же с точки зрения философии можно Кришну видеть как упапати? Госвами говорит, и это очень важное объяснение. Глубокое объяснение, и все должны слушать очень внимательно. Шесть страниц объяснения. Перед тем, как мы начнем, я попью воды. Подождите, одну минутку. Это очень глубокая тема. Кто может этого понять? Даже мы понимаем только в теории. Когда же придет тот день, когда мы поймем это по-настоящему? Окей, извините. Итак, как же Кришна может быть упапати? То есть разница между мужем и парнем. Нам, конечно, не нравится использовать мирские эти слова, но что делать? Иногда приходится. Итак, есть два взаимоотношения. Когда Кришна — объект Мадурья расы, Кришна является воплощением всех четырех наек. Но есть два метода, как относиться к Кришне, две грани этих отношений. Отношения в границах брака и отношения вне уз брака, то есть пати и упапати. Нам нужно попытаться выучить все эти санскритские термины. Хорошо, здесь будет объясняться все. Итак, духовные лилы подобны бриллиантам, но среди них камнем Каустубха является Мадурья раса, в которой заключены все духовные секреты. Right.
Итак, сейчас мы будем говорить об Упапате Мадурья Раси, Паракея Мадурья Раси. Госвами вновь и вновь, Бхактинода Такур вновь и вновь пытается объяснить нам то, о чем мы сейчас говорим, это не мирские вещи. Вновь и вновь Бхактинода Такур упоминает это. Иначе, если мы будем смешивать материальные и духовные вещи, мы все потеряем. Мы будем в этом мире совершать всякие греховные поступки, и мы потеряем все. Поэтому мы должны очень ясно понимать разницу между мирскими вещами, мирским пониманием, мирскими чувствами и чистыми духовными чувствами. Итак, если мы верим, что Пара-таттва, Верховная Абсолютная Истина, безлична, как у буддистов, и в конце концов все, даже христиане, видят Господа как нечто безличное, потому что у Него нет ни формы, ни какой-то определенной личности. Поэтому нет даже вопроса о том, чтобы пережить Бхакти-расу в иудаизме, в христианстве, в исламе, в имперсональной йогической системе. Все это невозможно. Что уж говорить обо всяких сайбабах и прочих. Итак, раса никогда не появится, если человек думает, что в высшей степени, в высшем смысле верховная личность безлична. То есть верховная истина безлична. Если вы не верите, что Господь существует как отделенная от вас личность после освобождения, то где вообще вопрос расы? Ведь некого любить. И вот это понимание отрицает такие высказывания Писаний, как раса Вайсаха. То есть Кришна является персонификацией всех рас. Нирвишеша Бхава, при которой вы верите, что у Бога нет рук, нет ног, то есть нет вишеши, качеств, нет имени, образа, деяний, лил, обители, преданных. Это называется нирвишеш, нирвишеша Бхава. Имперсонализм. Нирвишеша Бхава бесполезна, потому что ей абсолютно недостает счастья. Раса развивается оттуда. Раса развивается с того момента, когда мы принимаем, что у Бога есть качество, у Него есть вечное имя, лилы и так далее. Нирвишеша — имперсонализм, а есть противоположность сарвишеша, то есть Господь с качествами. Ниргуна — это отсутствие качеств, а садгуна — это с качествами. Поэтому бхакти-раса — это означает, что с самого начала бхакти-раса мы должны принять, что у Кришны есть образ, имя, качество и лилы. И это называется сарвишеш или саргун. И это самое начало. Эта раса, это понимание является главной таттвой. Это сарвишеша бхава, понимание, что у Господа есть качество. Это, она первоначально называется Ишвара бхавой. Ишвара Бхава. Я буду настолько смел, что я скажу, что это попытка принять, что Господь — это Параматма. Итак, Ишвара Таттва означает, мы принимаем, что есть Бог, и у Него есть имя, у Него есть качество, у Него есть образ, и у Него есть лила. Поэтому, принимая все это, Сарвишеша Бхава, это Ишвара Бхава. То есть, когда мы принимаем, что Господь — это повелитель, параматма. Есть ли что-то превышающее Сарвишеша Бхаву? Йоги, который медитирует на параматму, он превосходит гьяни. Это в конце 6 главы Бхагавад-гиты упоминается. Итак, Ишвара Бхава превосходит собой Нирвишеша Бхаву. Но превыше нее према Бхава, то есть даси раса. Ишвара Бхава также может ассоциироваться с Шантарасой, потому что Шантараса также принимает, что у Бога есть форма. Но выше Ишвара Бхавы — это Према Бхава, которая Прабху Бхава. Когда вы принимаете, что Кришна — мой господин, это Даси Раса, это настроение служения. Сакья Бхава выше Дасья Бхавы. Ватсалья Бхава превосходит и ее, а Мадурья Раса — это наивысшая раса из всех. Поскольку существует градация,
Среди всех этих бав, каждая из них лучше, чем предыдущая. Но наивысшая из них — это Паракия Мадхурья Раса. Это вершина всех настроений. Она превосходит даже Свакия Раса. Это настроение, отношение незамужних взаимоотношений с Кришной в Мадхурья Расе, это даже превосходит отношения, при которых мы считаем Кришну своим мужем. Итак, то есть два есть настроения, атма собственный и пара, то есть чужой. Любой вкус, любые взаимоотношения в этом мире основаны на этих двух вещах — атма и пара, то есть мое и чужое. Атмарамата — это когда вам ничего и никто, ничего не нужно со стороны для своего счастья. Вот это качество называется атмарамата. И этот вкус, который вы получаете от атмарамы, в нем нет, не нужна помощь ни от кого. И у дживы это есть до определенной степени. Но именно в Кришне это качество атмарамы, то есть способность быть удовлетворенным в самом себе. Оно проявляется в наивысшей степени Кришне с точки зрения философии. Не нужно вообще, ему не нужен никто и ничто, чтобы давать ему счастье. Он полностью удовлетворен сам в себе. Однако в Кришне должно быть все. Поэтому Кришна обладает качеством, что он самоудовлетворен. Но в то же самое время он должен обладать и качеством, чтобы он зависел от других. Ведь Кришна — источник в себе, источник всего, поэтому в нем должна быть и атмарамата, и парарамата, то есть зависимость от других. Оба эти качества должны присутствовать в Кришне, потому что он — источник всего. И эти противоречивые качества одновременно могут пребывать в Кришне в гармонии, и это непостижимость Кришны. Кришна обладает этой силой, он самый маленький среди маленьких, и он самый величайший среди великих, он абсолютная истина, но в то же самое время он лжет. Он не рожден, но в то же самое время он рождается из чрева матери Яшоды. Вновь и вновь мы слышим в Джайвадхарме, что вот эти противоречивые и соперничающие качества в гармонии сосуществуют в Кришне, потому что он обладает непостижимой энергией, которая делает невозможное возможным. Поэтому оба эти качества присутствуют в Кришне. Это внутренняя, присущая природа Пара-таттвы. Итак, у Кришны есть один аспект, он атмарама, он удовлетворен сам в себе. И также у него есть другое качество, противоречащее ему, что он полностью зависит от других, парарамата. И когда эта парарамата, когда она достигает наивысшего уровня своего, это называется Паракия Бава. Могу ли я объяснить это своими словами? У Кришны есть такое качество. Ему ничего не нужно для его удовольствия. Он удовлетворен сам в себе. Но в то же самое время у него есть такое качество, что он зависим от других. Например, в Шантарасе Кришне не нужно ничто и никто. Вишая Ламбана, Шантараса — это Кришна, четырехрукая форма, Нараяна и так далее. Нараяне никто не нужен. Он обладает всеми этими качествами и так далее. В этой форме ему нужен только он сам. Он сам по себе, но в Дасирасе Кришна отказывается от этого качества, и теперь в нем проявляется аспект парарамы, потому что слуга постоянно ему что-то приносит и дает. О, Кришне нужно что-то поесть, Кришне нужен стакан воды, Кришне нужна мягкая постель. И вот это качество парарамы проявляется в Дасираке. Оно больше проявляется, когда Кришна отвечает преданным в Дасирасе, а когда преданный в Сакирасе, это качество становится
становится еще более главным, потому что Кришна уже ни минуты не может прожить без своих друзей. Он постоянно смеется с ними, бродит по лесам. Поэтому он отказывается от этого своего качества, что он самоудовлетворен. Он становится еще более привязан к преданным всякой расе. В Ватсалья расе эта парарамата вздымается еще выше и достигает невероятных высот. Кришна — маленький ребенок, он полностью зависит от отца и матери, он даже есть и ничего не может сам. И когда это качество парарамы достигает своей абсолютной вершины, в Мадхурья расе Кришна не способен прожить ни секунды без враджа-гопи. Он полностью зависит от них. Без них он ничто. Наивысший аспект этой парарамы — это паракия-бхава. Это чудесная вещь. Мадхусудана Махарадж очень просто и легко объяснил этот момент. Как панир. Все наверняка знают, что такое панир. Даже не знаю, как это объяснить. Это что-то типа... Это как творог, который только что... Творог, который только что извлекли из молока. У него есть определенный вкус. Но когда этот творог, когда его обжарили в ги, когда он вымочен в сиропе и становится рассагул, он становится еще более вкусным и сладким. Когда Кришна отказывается от своей атмараматы и пытается вкушать расу, которая присутствует в сердце преданных, который как рассагул, тогда Кришна извлекает еще больше вкуса из расагулы. Это материальный пример, но вы должны понять это. Итак, во Враджа-лиле Кришна сам преследует своих преданных. У преданных так много чудесных настроений, у них так много любви, что Кришна отказывается от своего свойства быть удовлетворенным сам себе и сам бежит за Враджа-васи. Вот почему во Вриндаване это парарамата Кришна. Кажется, что Кришна вовсе не атмарама во Врадже. Он плачет, он просит у мамы молока, он складывает свое павлинье перо к ногам гопи. Пожалуйста, простите мне мое оскорбление. И это очень потрясающе. Кришна кладет флейту к стопам гопи, но в то же самое время он продолжает обладать качеством атмараматы. И это Кришна-татва, она невероятна. Итак, мы продолжим читать описание, объяснение Бхактивинода Тхакура. Итак, от атмараматы. Паракия-раса — это чудесная раса, которая является, когда Наяка Кришна и Наяка Гопи, когда они привязываются друг к другу, и хотя взаимоотношения между ними являются парабхавой, потому что Гопи замужем за другим. Итак, от атмараматы к парараматы есть целый спектр расы. И по мере того, как раса склоняется к атмараматы, она становится сухой. И по мере того, как раса склоняется к парараматы, она становится все более и более вкусной, изумительной, все более развитой, все более как распустившийся цветок, цветущий. Есть разница между... То есть между творогом обычным и рассагулой есть очень много стадий, и чем больше мы приближаемся к состоянию рассагулы, тем более вкус становится чудесным и потрясающим. Вот почему многие люди слышат, Кришна крадет масло, мама Яшода выкручивает Кришне уши, и они думают, как это может происходить? Ведь Кришна здесь полностью подчиняется маме Яшоде, он под ее контролем, он повинуется ей. Они думают, но ведь Богу никто и ничто не нужен, поэтому они в замешательстве, и они думают, что Кришна не может быть Богом. По мере того, как раса, продвигаясь по направлению к атмараматы, становится все более сухой, а чем больше она к паракии, тем больше она распускается. Извините.
Итак, когда Кришна является объектом и героем, то как же эти взаимоотношения могут быть материальными или деградировавшими? Это невозможно, потому что он совершенный, чистый объект любви. В этом мире, если это делается, это будет самым деградировавшим, самым ужасным и греховным. Если женщина оставляет своего мужа, и она развлекается с каким-то бойфрендом, который не является Кришной, это ужасный грех. Поэтому мирские поэты говорят, что встреча с замужней женщиной, которая не является твоей женой, это поступок достойный самого большего порицания. Но это достойно порицания только когда Наяка — это обычный парень с телом из испражнений и мочей. Когда это Кришна, мы не можем так сказать. Какой мирской пример мы можем дать? Если я брошу в кого-то камень, это очень плохо, но если в кого-то брошу куском золота, то это хорошо. Итак, Кришна является источником всех воплощений. Кришна — источник всей религии. Как же что-либо, связанное с Кришной, может быть греховным или достойным порицания? Это невозможно. Итак, что такое пати? Пати — это тот, кто принял руку своей невесты во время свадебной церемонии. А упа-пати — это тот мужчина, который сгорает от сильного вожделения, и он отказывается от всей религиозности и принимает как возлюбленную чужую жену. Паракия, с точки зрения женщины, это та женщина, которая отказывается, которая пренебрегает правилами брака и принимает другого мужчину, который не является ее мужем. Это паракия. Итак, упа-пати, это касается наики, то есть мужчины, а паракия, это касается женщины. Итак, есть две разновидности паракии. Вне узбрака и... Итак, в паракия бхаве есть два вида гопи. Те, кто замужем за другими мужчинами, это называется порода, и те, кто еще не замужем, девственницы, и для них это канья. Итак, есть две разновидности гопи, канья и порода. Каковы симптомы свакии? Целомудренная женщина, которая вышла замуж в соответствии с регулирующими принципами, которая всегда выполняет все приказы своего мужа. Это называется свакия, то есть целомудренная женщина. Кто такой свакия, кто такой паракия для Кришны? Замужние женщины Двараки — это свакия, а юные гопи Враджа — это паракия. Итак, Кришна во Врадже не женится, он женится только в Двараке. Поэтому кто такой свакия и кто паракия для Кришны? Царица Двараки — это свакия, они его жены, а гопи Враджа — это паракия. В Апракат-Алиле, где эти два вида девушек в трансцендентном духовном мире? Это очень сокровенные вещи. Гопал Гуру Госвами говорит. Вы знаете, что духовный мир занимает три четверти всего творения, а этот материальный мир — лишь одну часть. 35% творения — это материальный мир. Итак, между материальным и духовным творением есть река Вираджа. С одной стороны, майя, одна часть творения, а с другой стороны, духовный мир, три четвертых. А посередине? Брахма-дама, то есть сияние Брахмана, окружает духовный мир со всех сторон. И это сияние также
пронизывает материальный мир. Это сияние окружает духовный мир со всех сторон. И когда кто-либо, когда душа проникает, когда душа проходит сквозь вираджу, сквозь эту реку, которая разделяет их, и когда она входит в духовное небо, она попадает на Вайкунтху. Итак, низшие уровни духовного мира, конечно, это материальная логика назвать их низшими, но так или иначе, это Нараяна, и все души поклоняются ему в настроении благоговения и почтения. На Вайкунтхе присутствует свакия раса. Свакия раса. Там у Кришны множество шакти. Они, как, например, Лакшми, она служит Кришне, думая, что Кришна мой муж, и это свакия. Над Вайкунтхами присутствует духовный мир Галоки. На Вайкунтхе. И Дварака, там также свакия. А на Галоке юные девы служат Кришне в настроении Паракии. Итак, Галока также имеет внешнюю часть, которая называется Галока, а внутренняя часть называется Врадж. Если Галока — это наивысшее место, то почему же этот мирской Вриндаван прославляется? Если Галока в духовном мире — это наивысшее место, то почему все прославляют Враджа Вриндаван этого мира? Госвами объясняет, что Враджа Гокула и Вриндаван — вся эта концепция, все это называется Матура Мандала. Матура Мандала и Галока, Матура Мандала в этом мире — и Галока в духовном мире не отличны друг от друга. Это обеда татва. В духовном мире она называется Галока, а когда эта Галока проявляется в материальном мире, она называется Матурой или Матура Мандалой. Виджай спросил, ну как же это возможно? Госвами объяснил, только благодаря непостижимой энергии Кришны, Ачинтья Шакти, это возможно. И все, что делает эта Шакти, находится за пределами досягаемости логики и аргументов. Мы не можем сказать, как это возможно. Нет ничего невозможного, если того хочет Кришна. Кто-то спросил у Прабхупады, мог ли Кришна создать что-то такое, что он не мог бы поднять? Да, сказал Прабхупада, он мог бы, но в следующую же секунду он это бы поднял. Итак, все деяния Кришны, все это Ачинтья Шакти, все это непостижимо находится за пределами логики и аргументов. Вечная обитель Галока называется Праката Лила, когда она в этом мире. Вечная обитель Галока в этом мире называется Матхура Дама, когда это Матхура. Когда она нисходит в этот мир Прапанча пяти элементов, она называется Матхурой или Матхура Дхамой. Итак, здесь по-разному называется одно и то же. Апраката лила, вечная лила, трансцендентная лила — это Галока, а здесь, в этом мире, ее называют Матхура Дхама. Лилы Кришны вечны. Они вечно проявлены в духовном мире, на Галоке. А в этом мире те, кто достойны того, также могут видеть Галоку. Не только это, они могут получать даршан Галоки и самой Гакулы. Гакула имеется в виду в этом мире, Галока в духовном мире. Живя здесь, в Гакуле или в Матхура Мандале, достойные личности могут видеть духовный мир, находясь здесь. Однако джива, чей разум осквернен материей, не способна получить даршан Галоки. Несмотря на то, что Гакула — это и есть Галока, но материалистичные люди видят ее как обычное материальное место из пяти элементов. Мы здесь, как мы. Мы в наш Савакунджа, на что мы видим? Обезьяны сражаются друг с другом,
магазины, в которых продается сари, сладости, пластиковые пакеты вокруг, мусор и так далее. На самом деле все это материальный мир, но из-за нашего материалистичного разума мы видим все эти материальные вещи. Но возвышенные личности видят, что все в этом месте — это духовный мир, и Апраката Лилы проходит прямо здесь. Когда же придет тот день, я смогу увидеть трансцендентную природу этого Вриндавана? Я сам осознаю вечное служение Радики. Итак, какая квалификация нужна, чтобы получить даршан Галоки, духовного мира? Шукадев Госвами описывает эту квалификацию в Бхагаватам. Он говорит, хотя гопи вечно совершенны, тем не менее они приходят в этот мир для того, чтобы помогать лилам Кришны. Садхана Сидда гопи следует за нити ситха гопи. Садхана Сидда гопи, дживы, они думают, что о, дживы в этом мире исполнены материальных желаний, идентифицируют себя с этим телом, и таким образом они вовлекаются во всевозможную деятельность, чтобы удовлетворить свои желания, и они вращаются в круговороте рождения и смерти. И когда-то мы тоже занимались этим. История, когда Нанда Баба исчез в Ямуне, он хотел принять омовение, и спутники Варуны, они посчитали, что Нанда Махарадж омывается в неправильное время, и они отнесли его к своему господину. И Варуна очень обеспокоился: «О, мои слуги похитили отца Верховного Господа». Гопи стали плакать: «Нанда Баба утонул, он исчез». Поэтому Кришна прыгнул в Ямунь. И куда он отправился? Он отправился в обитель Варуны. Когда Господь воды увидел, что Кришна пришел к нему, он стал приветствовать его арати. Он передал ему очень много подарков и парафиналий Нанда Бабе и Кришне. Он попросил прощения, и Кришна вернул Нанда Бабу обратно во Вриндаван. Итак, Нанда Баба рассказывал всем в Раджавасе все, что он там видел. И он подумал, обитель Варуны, по сути, была Вайкунтхой. И он рассказал об этом всем в Раджавасе, что я был на Вайкунтхе, и Кришна попал туда. И в Раджавасе спросили: «О, Кришна, мы никогда не были на Вайкунтхе. Мы хотим увидеть Вайкунтху. Мы хотим увидеть освобождение, и мы хотим увидеть Вайкунтху». Поэтому Кришна, он перенес их на Вайкунтху. Это долгая история, я не хочу глубоко в это погружаться, но они отправились на Акрура Гад, и Кришна сказал им всем: «Пожалуйста, все ныряйте в воду». И в воде там они все увидели Вайкунтху, но они не были удовлетворены этим, потому что на Вайкунтхе они увидели, что там есть Кришна Нараяна, но он исполнен всех достояний, он такой серьезный, и они были как-то смущены. Они думали: что это такое? Это Кришна. Да, это Кришна. Но, как правило, во Вриндаване Кришна прыгает к нам на колени, он таскает нас за бороду и так далее. Но здесь Кришна, у него абсолютно другое настроение. И у нас тут тоже другое настроение. Поэтому в Раджавасе взмолились: нет, мы не хотим больше видеть эту Вайкунтху. Мы просто хотим вернуться обратно во Вриндаван. Поэтому вопрос: как же кто-либо может видеть духовный мир Галоку, хотя он находится в Гокуле? И Шукадев Госвами приводит этот пример из Бхагавата. Иными словами, Гопал Гуру объясняет, что невозможно получить даршан Галоки без милости Кришны. Кришна, он пролил милость на Враджаваси и дал им даршан духовного мира. Это Галока, это совершенная трансцендентная обитель, которая находится за пределами материальной природы. Духовное сияние Брахма-джьоти существует там вечно, как сияние его тела. И когда садака освобождается от всех мирских связей с материей, лишь тогда он способен обрести даршан этой Галоки, этого духовного мира и лил Кришны. Я думаю, что здесь мы должны закончить. Сейчас у всех у вас очень много тем для размышлений. Вы можете вспомнить, итак, есть 4 разновидности наек, 4 вида героев. Кришна является воплощением всех 4.
развитие расы. Необходимо отказаться от мирской расы, которая является искаженным отражением духовной реальности. А духовная раса, она начинается с отвержения имперсонализма, с принятия того, что у Господа есть форма. Ишвара Бава, затем Прабу Бава, затем Сакья Бава, Ватсалия Бава и Мадурья Бава. И по мере того, как раса усиливается, все усиливается также и вкус, и счастье. Поэтому Кришна обладает всеми качествами. И одно из них — Кришна удовлетворен сам в себе. И также он обладает качеством, что он зависим от других. Насколько Кришна отказывает свою атмарамату, и насколько он бежит сам за преданными, настолько раса и усиливается. Итак, мы слышали все эти вещи, поэтому я прошу всех вас, послезавтра мы немножко снова вспомним эту вторую часть, то есть описание Галоки и Гокулы, объяснение о том, что такое Вайкунтха и Матхура Мандала, как они обе не отличны друг от друга, и как человек может видеть духовный мир, живя здесь. Все это мы обсудим в подробностях послезавтра. И также я думаю, что вам нужно почитать 32 главу. Обсуждение различных наек. Кришна — это наека Мадурья Раса, Вишая Ламбана. 32 глава — это Мадурья Раса, Вичар. То есть послезавтра мы послушаем о разных гопи, классификации гопи, разные виды гопи, Ашрая Ламбана, Паракия Бавы. Следующая глава не настолько длинная, но хотя она не слишком короткая. Большое спасибо. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama. My God, I just found my microphone. I plugged it in. О, Боже, я только обнаружил микрофон, и только сейчас его воткнул. Извините, вот почему вы не слышали меня. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sounds better now, I guess, isn't it? Я думаю, Hare что Krishna, сейчас вы слышите лучше, Hare так ли? Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura, Hare Bol, Nitai Gaura, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gopremanandi, Hare Hare Bol.